больше 20 лет в Москве, а все ездил мимо Кремля, и потом думаю, елки-палки, я же знаю, это только одну башню. Еще с Челябинска. Эту, нет, Спасскую. Вот. И взял и выучил все башни сейчас. Вот так вот все. И потом уже храмы, и в общем. И там есть башня одна. Называется Москворецкая. Она вот от храма Василия Блаженного к речке как идешь. Она же и Беклемишевская. И она Беклемишевская, потому что там был двор боярина Беклемишева. И он как-то этот боярин-то царю батюшке Василию Третьему, отцу Ивана Грозного. Он говорит, а что это вы, батюшка, сами решения-то всякие принимаете, а с нами, с боярами, как встать-то, не советуетесь. Вот так он ему заявил. И ему голову отрубили. А формулировка была «за высокоумие». Сразу вспоминается такой анекдот, говорит, Вася выбросился из окна. Говорит, а какие мотивы? Да какие нафиг мотивы? Что он, Кобзон, что ли? Летел молча. В общем, получилась такая историческая песня. А как у боярина Беклемишева рожа покруглее блина гречишного, лучше не болтал бы боярин лишнего, да сидел в Кремле. Попросил боярин порядка нового, как бы ни случилось чего хренового, огорчил боярин царя сурового на беду себе. Строк в башне Беклемишевской, для кого урок на указе вышивкой, ну а тем, кто прячет еще излишек свой, можно посидеть, можно подождать еще царской милости, можно огрести так, что не приснилось бы. Да пока дождешься, как сможешь вылезти, можно посидеть. Шить варежки, ну плохо ли, Ваньку дурака валять. Царь сжалился, зря охали, а мог ведь и четвертовать. А теперь бояре сильные поддакивать, дому в медовуху усы помакивать, да поклоны бить, да сидеть помалкивать, да кивать, 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 кивать. Еще нету пока опричников, окна не забиты поверх наличников, а дочка Беклемишева прячет личика, а чего ей ждать? Двуглавые прикованы к башенкам Кремля орлы. Спросишь их, что нового, только лишь курлы-курлы. Попросил боярин порядка нового, как бы ни случилось чего хренового,